Ольга Александровна Наумова спешит заступить на смену. Впереди инструктаж получения табельного оружия, изучение поступивших заявлений. С 2008 года она работает участковым оперуполномоченным. Говорит, очень помогают педагогические навыки, ведь главное здесь уметь общаться. Участковый уполномоченный, ну, конечно, он должен быть грамотным юридически, но прежде всего он должен быть очень коммуникабельным человеком, чтобы найти подход и к ребенку, и к взрослому, и уже к людям пожилого возраста. В неженском деле именно женское чутье и гибкий подход во многом помогают. Подобрать правильный ключ к любому человеку и не довести ситуацию до конфликта – главное в работе. Но и без мужского плеча не обойтись. Работать нужно всегда в паре, пускай это будет мужчина более там физически сильным, потому что какая бы ни была подготовленная женщина физически, всегда, ну и адреса у нас такие, куда надо ходить только вот с проверкой, чтобы у тебя был надежный напарник. Сегодня сложности в работе Ольга Наумова не видит. За годы сталкивалась с разными ситуациями и теперь разрешит любой конфликт. Именно ей доверяют обучение будущих защитников закона и порядка. Так как нас, кто давно работает, уже не так много остается, у меня всегда есть тот, кого надо научить. Ну, здесь уже он становится родным человеком, и я его пытаюсь научить всему доброму, вечному. Относится к подопечным как родным. Ее любви и заботы хватает на всех и дома. Ольга Александровна – любящая мама, жена и бабушка. Печет пироги, возится с внуками, а те, в свою очередь, гордятся тем, что их бабушка – полицейский. Полина Бахова, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».